Тумбстоун. Так называлась одна из серий в мультсериале «Человек-паук». Но наш камень тоже можно посчитать могильным, когда он прокатывается по головам и размазывает все на своем пути. В общем, мы начинаем следующий заезд с Наполеоном. Так, посмотрим. Тут, наверное, можно немножко срезать. Еще и ветер подставили. Почему я должен для него это все проламывать? Было пропустить его. Любезно вперед. О, вот они, самые мощные корабли. С размаха их можно вынести, да. Но не всегда. Да как-то не в ту сторону. Я что, назад покатился? Здорово. Наполеон. Наполея. Начинается полная резня. Давай, давай. Давай здесь постоим. Куда нам торопиться, слушай? Так, я за тобой. Как он там просочился? Чуть-чуть не хватило. Еще вначале бы выродили. Чего уж там. Пошел вон. Думал, может быть, достигнем победы, не касаясь земли. Еще есть попытка попробовать это провернуть. Второй заезд. В первом мы по обыкновению побеждаем. Давайте-то улетим, пропустим его. Пусть он там нам как-то проходики пооткрывает. Потому что все, мы да мы. Занимайтесь, да, меня даже ломать не будет. Так, ну да нет, да нет. Понятно, что там будет. О, крылышки. Попробуем сейчас еще куда-то полететь. Ну или хотя бы пересечь финишную черту. Так вот, да, не касаясь. Получилось таки, пусть по-другому, но получилось. Еще одна победа, друзья, остается немного уровней порту. Я пропущу вас на него даже без паспорту. Приходите.